Сегодня в мире Майнкрафта я добавил новые суперуровни. С каждым нашим новым уровнем нам постепенно будут открываться все более крутые и опасные способности. Начиная с самого обычного уровня без каких-либо способностей и заканчивая самым секретным и опасным. Но смогу ли я улучшить абсолютно все уровни? Смотрите до конца и вы все узнаете. И как вы видите, у меня пока что вообще никакого опыта. И что мне делать теперь? Наверное, опыт получать? Следующий опыт – дерево. Так, это то есть вот это вот будет мой следующий опыт. В принципе, я не против. Мне даже интересно будет посмотреть, что же мы с вами все-таки получим. И на что мы вообще с вами будем способны. Но, как я понял, пока что у меня нет вообще никаких способностей. Я вообще ничего не могу делать. И для того, чтобы это исправить, мне придется сделать сейчас себе верстачок, сделать себе палочки, сделать себе стандартный набор инструментов деревянных. Двух мне спокойно хватит. И теперь погнали зарабатывать опыт. И да, он выглядит совершенно по-другому. Правда, я не могу понять, на что он вообще похож. На дерево? Да вряд ли. Но давай, совсем немножко опыта осталось и... Дерево, срубайте деревья мгновенно. Следующий опыт – пшеница. Так, кажется, да, мы с вами получили наш первый уровень. Только, срубайте деревья мгновенно? А, понял. Нифига себе, мы с вами, конечно, деревья сейчас добываем. Стоп, давайте-ка сразу тогда побольше себе заберем. В принципе, думаю, такого количества бревен мне спокойно хватит 27 штучек. Хотя, почему бы нет, можно еще немножко. Спасибо. 33 бревен мне должно хватить на все прохождение. И следующий наш опыт – это пшеница. И поэтому сейчас придется получать как можно больше опыта прямо сейчас. Только перед этим всем я, наверное, слегка немножечко так подготовлюсь. Например, добуду себе булыжник, сделаю себе печку, сделаю себе каменные инструменты, абсолютно все, что мне только нужны. Ну и раз уж наш следующий опыт это пшеница, то надо бы заранее подготовиться. Пшеница что у нас обожает? Правильно, мотыгу. Поэтому делаем себе кирку, делаем топор, ну и естественно, мотыгу. Забираем. И тут, кстати, рядом есть уголечек, мы его можем спокойно добыть, правда, опыт что-то... А, вот только сейчас дали опыт. Радует, что хотя бы опыт мы с вами довольно-таки быстро получаем. Что-то вообще сейчас не получил ничего я. Но благо ресурс у меня хотя бы есть, так что переживать насчет этого вообще не стоит. Здорово. Давай опыт. Пшеница. Бесконечная насыщенность. Следующий опыт – камень. И... А что-то непонятно, у меня насыщение-то я не вижу что-то. А ну-ка... А, ну вот, сейчас урон получили и... А, да, мы с вами вообще голод не тратим. Во, вот это вообще хорошо. Знаешь, вообще можно было не переживать. И зачем я тогда вообще делал себе каменную мотыгу? Она вообще бесполезная сейчас получается. Ну и, кстати, раз уж мы с вами в шахте находимся, то почему бы нет, железо собираем. Вот это сейчас было близко, я мог сейчас проиграть. Благо насыщение у нас с вами... Благо насыщение у нас с вами бесконечно, и поэтому можно не переживать. А вот сейчас, если что, я реально испугался. Вы бы видели мое лицо, вы бы плакали. Во, пока что, наверное, оставим таким образом. 8 железа у меня есть. По идее, этого должно будет хватить для того, чтобы перейти на следующий уровень. Но на всякий случай, все равно железо мы с вами добываем. Нам нужно будет сделать броню себе. Так что, если опыта получится немножко побольше, даже будет хорошо мне. Кстати, как там... Ну, нормально. Сразу все забирать не будем, всего лишь 8 заберем, и нет, мы с вами до сих пор третий уровень даже не получили. Ну давай, здесь немножко остается же. Все равно не хватило. Ладно, погнали тогда с мобами разбираться. Здорово, зомби. Камень. Кирка может добывать больше блоков. Следующий опыт - железо. Так, стоп. Зомби, давай-ка ты не пойдешь сюда ко мне. Просто уходи. Спасибо. И кстати, мы с вами практически получили 4 уровень, но пока что я хочу. Проверить, как мы добываем. Хе, нормально. И железо тоже спокойно ломается. Неплохо. А если я постараюсь, например, золото сломать? Ну-ка, ломаем, например, здесь и... Да, золото добывается. Какой же крутой лайфхак я, получается, нашел-то сейчас. Хотя это даже не то, что лайфхак, это просто особенность опыта. Железо, бей как железный голем. Следующий опыт — золото. Я случайно получил себе еще больше опыта. Ладно, ладно. И у нас с вами появилась возможность бить как железный голем. Стоп, я хочу это посмотреть. Вот, например, у нас скелет. Он реально подкидывается. Разбейся уже. Спасибо. Я-то думал, у нас с вами урон каким-то образом будет повышен, а оказывается, нет, это совершенно по-другому работает. Оказывается, бей как железный голем, это означает просто отправлять своих врагов в стратосферу. Нормально, нормально. Но, как нам уже сказали, следующий опыт у нас с вами будет золото. И единственный способ это как-то... Ладно, это было опасно. И единственный способ как-то нормально это все дело получить, нужно еще больше опыта.
О, спасибо! Золото, бесплатные золотые яблоки каждую минуту! Следующий опыт ТНТ! И вы посмотрите, да, это реально опыт ТНТ! И, кстати, мы с вами должны будем получать, да, золотые яблоки. И причем мы их будем получать каждую минуту, это прям очень хорошо! Можно будет вообще не заморачиваться насчет еды, чисто отойти куда-нибудь на 30 минут, оставить Майнкрафт открытый и получить огромное количество яблок. Кстати, а почему бы нам с вами так не сделать? Уже 4 яблочка у меня есть, остается все это дело скопить до конца каким-то образом. О, я уже забыл то, что я вот таким образом добываю. ТНТ, Shift плюс удар для взрыва. Следующий опыт, алмаз. Подождите, то есть я могу... А, да вроде как нет, стоп. Никакого взрыва вообще не происходит. Стоп, а может мне нужно найти кого-нибудь тогда? Например, самого обычного моба. Но не того, кто под водой находится, потому что здесь взрыв вообще они не почувствуют. А, например, свинюшка, коровка или даже железный голем. Ну вот сколько я здесь уже бегаю, вообще никого не встретил. Хотя, стоп, свинюшка, здорово. А... И правда взрыв. Правда, а свинюшка-то что-то ей вообще без разницы как будто. А тебе урон-то будет наноситься? О, будет. Правда, взрывы, если честно, я думал, будет помощнее. Я даже с этой свинюшкой-то не смогу расправиться за один удар. Ну вот смотрите. Ничего. О, за 2 удара вот это нормально. У меня, конечно, сейчас есть железо, у меня есть золото. Я могу их спокойно сейчас переплавить и получить опыт. Но, кстати, а почему бы и нет? Мы же можем с вами так сделать. В яму тебя засунул. Да и к тому же до 7 уровня здесь не так уж и много остается. Можем спокойно сделать еще одну печку, поставить эти 2 печки. Ну и естественно закинуть все остальное. Это золото, железо. Надо бы еще сырую свинину, наверное, приготовить. Ладно, сделаем тогда еще одну печку. И, кстати, с железом тут мы с вами закончили, забираем и... И нет, немножко не хватает до следующего уровня. Капец! А, теперь хватило. Алмаз. Алмазные руды превращаются в алмазные блоки. Следующий опыт — эндер-жемчуг. Я сломал буквально один блок и сразу получил новый опыт. Нормально. Окей, тогда мы с вами забираем все, что мы с вами тут добыли. Кстати, практически 8 уровень уже. Самое интересное, что я даже не знаю, а мне нужно вообще добывать еще больше рудного золота. Просто опыт пока что мы какой-то очень странный получаем. Мы с вами получаем суперспособности, и я категорически не понимаю, а на что мы с вами будем способны, как только мы с вами получим опыт эндер-жемчуга. Если когда мы с вами получили железо, мы с вами получили возможность бить как железный голем, а когда получили золотой, то просто начали получать золотые яблоки, мне становится очень интересно, а мы с вами сможем телепортироваться, что ли, или как? Категорически пока что непонятно. Блин, я хотел собачек приручить, а у меня даже нету косточки. Извините, пожалуйста. Я косточки найду, я к вам сразу вернусь. Даю свое честное акакиевое слово. Я, кажется, что-то должен был сделать. Забыл. Опачки, а тут есть деревня. Так, давайте-ка туда отправимся. Мне, конечно, в этой деревне ничего не нужно, но посмотреть, что же здесь все-таки у них полезного есть, я просто обязан. Ну-ка, что у тебя полезного? Ничего. А у тебя что полезного? Ничего. Да, походу, у вас вообще ничего полезного. А? Кстати, с тобой можно поторговаться. За уголь мы можем получить с вами целых 3 изумруда. Блин, а давайте, наверное, заберем эти 3 изумруда. Возможно, пригодится. Эндер-жемчуг. 2 раза shift для телепортации. Следующий опыт. Незерит. Подождите. Я реально телепортируюсь. Ну ладно. Я забыл, что через торговлю с жителями можно также опыт получить. Блин, хотел я, конечно, немножко придержать 8 уровень, но походу придется. Кстати, а ты что меняешь? А он меняет хлебушек. Стоп. А если мы прямо сейчас с вами возьмем хлеб и... Да, у нас с вами практически 9 уровень. Не-не-не, мы с вами как-то очень быстро этот опыт получаем. Хотя, ладно, давайте сразу 9 тогда. Не хватило? Ладно. А сейчас Незерит, станьте таким же крутым, как Незерит. Следующий опыт, Визор. В смысле, крутым, как Незерит? Огнестойкость и сопротивление. Нормально. Хотя, подождите, нам сказали, что мы стали такими же стойкими и крутыми, как Незерит. Давайте-ка это проверим, например, попробуем сразиться с этим железным големом. Эй, голем! Прости. Стоп! Он меня бьет и вообще не наносит никакого урона. Стоп. Ну-ка, давай еще раз подкинь меня. А я могу вообще им жонглировать? Стоп. А, нет, жонглировать не получается. Ну давай, последний удар.
Спасибо. Итого у меня 22 железа. Блин, и вообще я могу как бы уже себе броню начать делать, но есть ли вообще в ней какой-то смысл, если у меня есть сопротивление, насыщенность и причем даже огнестойкость? Вообще нет смысла даже делать себе какую-то алмазную броню. Хотя у нас с вами все равно есть возможность превращать алмазные руды в алмазные блоки, так что было бы очень плохо не воспользоваться этим. Единственное, в чем загвоздка, я не смогу добывать их. И для этого мне потребуется железная кирка. Железная кирка, кстати, уже готова. Но ладно, все равно это мне не нужно. Сделаю еще топорик, железный меч, и все, красота получается. Остается только найти эти алмазные руды. Где-то они там, спрятанные в глубине под землей. Найти бы туда проход, вообще было бы отлично. Так, алмазы, алмазы, здорово. Алмазный блок. Да, у нас получилось. Забираем наш... Не забираем наш алмазный блок. Стоп. А на чем я стою вообще? Ладно, ладно, я понял. Просто в воду прыгаем. Алмазик забираем. И сколько вообще нам еще-то потребуется, я уже забыл. Это, конечно, все считать нужно будет сейчас. Не хочу. Лучше буду собирать все эти алмазы и... Опа, там еще один. Давай, хотя бы два блока здесь. Нет. Я, если честно, боялся в самом начале то, что если мы с вами будем добывать алмазы, то мы с вами будем получать очень много опыта и, соответственно, быстро будем получать новый супер опыт. Ну а как выяснилось, алмазы просто превращаются в алмазные блоки, и добывая их, мы с вами вообще ничего не получаем. Никакого опыта. Я получу опыт, если только сломаю этот редстоун. Спасибо. И то опыта, кстати, как-то недостаточно. Я думал, побольше будет. Опа, и еще алмазики добываем. Все, 5 алмазных блоков. И, кстати, один... Алмаз выпал. Не понял как, ну ладно. И теперь мы можем сделать себе алмазную броню. Правда, она вообще бессмысленная. Мне защищаться ни от кого не надо, потому что меня даже пробить сейчас не могут. Единственное, для чего они мне потребуются, это чтобы я сделал себе новые алмазные инструменты. Кстати, не забываем про меч. Меч пригодится. И у меня уже 31 золотое яблоко. Вообще отлично. Если что, дополнительные какие-то бафы от этого яблока мы с вами 100% получим. Конечно, они будут не такие жесткие, как сопротивление и нестойкость, но все равно какие-то плюсы мы с вами получим. Спасибо еще за опыт. Иди отсюда. О, визор. ПКМ для выстрела черепом визора. Максимальный опыт. Стоп, в смысле? А? Нифига себе. И подождите, у нас с вами появился какой-то странный опыт. Он как будто просто из всего намешан. Стоп, давайте-ка... О. Понял. Оказывается, теперь просто обычный наш опыт. Ладно, ладно, я вас понял. То есть сейчас мы с вами можем получать опыт в таком размере, в каком только сами хотим. И ни на что это влиять не будет. Поэтому я могу прямо сейчас получить очень много золота, очень много железа. И можно будет спокойно отправляться в Незер. Благо, хотя бы благодаря моему уровню, я вообще ничего не буду чувствовать. На меня даже не смогут нормально напасть. Ну, кроме гравия. Гравий вот может опасть. И, кстати, тут есть заброшенная шахта. Нормально. Давайте-ка сразу мне что-нибудь крутое отдавайте. И... Да, мне не обязательно даже пустую руку просто держать. Опа, еще золотое яблоко. Нет, с золотыми яблоками мне даже кажется, какой-то перебор у меня получается. И наконец-то все уже переплавилось. Боже мой, я так долго ждал этого. У меня уже целых 58 золотых яблок. Ух, мне даже интересно посмотреть, а сколько опыта-то я получу? Да. Нормально. И все, мы с вами готовы абсолютно ко всему. И, кстати, мы должны сделать себе огниво. И железо мне больше вообще не потребуется. Все, остается только золото. Кремень тоже не нужен. Алмазы. Да и, в принципе, больше ничего не нужно. Остается только построить себе портал. Только вот нам бы с вами тогда сделать себе ведро, чтобы я мог хотя бы его построить. Но есть одно но. Дело в том, что нам будет с вами достаточно просто найти обсидиан, сломать его... И все, мы с вами добудем сразу очень много. Но это все в теории. Как на практике будет, пока ж непонятно. Погнали проверять. А вот, кстати, и место, где мы с вами это все дело проверим. Так, водичка, ну-ка давай спускайся. Ну, немножко не так получилось. О, зато они начали гореть. Ребят, давайте-ка вы там дальше оставайтесь, а я сейчас кое-что придумал. Я поступлю немножко умнее, вот так вот. Не получилось немножко поумнее, конечно. Ой, только не говорите, что мне реально придется сейчас ведро делать. А я железо-то все выкинул. Нет, я поступлю по-другому. Я все-таки найду, еще раз железо я не буду добывать. Железо переплавлять я не буду. Раз уж так тупанул, что железо выкинул. Придется так справляться. Еще одно озеро лавы, только вот воды здесь нету. Блин, ладно.
Стоп, кажись, вода все-таки есть. Ну-ка, ломаем. И да, здесь вода, оказывается, была. Спасибо, хотя бы капли воды немножко спалили это все место. Итого у меня 23 обсидиана. Отлично. Теперь строим портал. Все готово. И еще и 12 штучек остается. Все, до свидания, зомби. Я погнал в Незер. И появились мы не в самом лучшем месте. Блин. Здесь у нас поторговаться не выйдет, если только... Получится. Правда, нужно до туда еще добраться, блин. Хотя подождите. О, все, получилось. Пацаны, тихо. Золото кому я даю здесь? И все, они попались. Благо, хотя бы вот так быстро мы с вами можем выкопать для них яму. Нет. Похоже, зря я это сделал. Радует, что хотя бы часть золота я успел спасти. Хорошо, 2 стака есть. Будем искать тогда другое место. Ага, вы, значит, закончили. Стоп, нет. Я не думал, что вы так будете подлетать. Нифига себе. И я уже вижу эндерперлы. Так, и сколько их? 16 плюс 2. Ну, кстати, неплохо так. И еще я обсидиана нормально так накидали. Но все равно прям очень-очень много какого-то лишнего мусора. Кстати, спасибо за спектральные стрелы. Мне, конечно, лук, возможно, даже не потребуется крафтить, но ладно, так уж и быть, почему бы нет, сделаем себе. Нитки сюда, палки сюда. Все, лук готов. И целых даже 3 зелья огнестойкости, но они мне тоже не потребуются. Спасибо нашей вечной огнестойкости. И остается теперь только найти ифритиков. Ифритики, я за вами иду. Но не за вами, зомби-пиглины, вы давайте отдыхайте дальше. Они вообще хороши, молодцы. Так, нашел. Здравствуйте, ребят. А, ты здесь всего лишь один и... О, ну хотя бы дропнул. Хорошо то, что у этого спавнера хотя бы есть крыша. А то ифриты и так умеют летать, а с помощью моих ударов они вообще подлетают. Боюсь, если бы они вверх улетели, я бы вообще не смог с ними справиться. А тут хотя бы есть хоть какие-то шансы. Появляйтесь давайте. Итого 9 стержней, нормально. Разрушаем этот спавнер, 26 уровень, отлично. Теперь строим себе портал, все готово. Визор скелет, до свидания. 27 уровень, пацаны. Давайте-ка отходите отсюда. Да тихо, да стой ты, стой. Возможно, я даже зря себе сделал лук. Вы посмотрите, я все равно могу стрелять и наносить хоть какой-то урон. Так что с кристаллами в случае чего мы с вами справимся. Делаем себе огненный порошок, делаем себе око эндера, все готово. Так, цик, куда мне отправляться? А мне туда надо. С телепортацией хотя бы немножечко попроще будет. Теперь мы с вами можем передвигаться хоть немножко быстрее. О, стоп, я могу подряд телепортироваться? Вот это вот неплохо. Куда надо? Стоп, подождите. Я же оттуда и пришел. Так, подождите-ка. А если я выпущу, например, вот здесь вот, то... А, показывает туда. Ну-ка, давай. Спасибо. А если здесь, то... Туда показывает. Стоп, он где-то вот здесь, получается, должен быть. Подождите-ка, тут есть какая-то шахта. Давайте-ка я попробую туда спуститься. Надо посмотреть, может, что-нибудь на посмотреть. Да иди-то отсюда. Подождите, тут реально проход есть? Прямо в самой шахте? Нифига себе! А, чё, не понял, а чё я сейчас сделал? Ладно, какие-то взрывы были. Портал, выходи, куда ты спрятал? Стоп, я слышу чешуницы. Тихо, чешуницы! Давайте-ка, не мешайте мне! Активируем портал теперь. Давай, последний, спасибо. Прыгаем! И теперь нужно отсюда выбраться. Нормально. Ну что, дракоша, пришло время уничтожать все твои кристаллы. Не получилось. А если еще раз? Получилось. Сразу тогда запускаем огромное количество. Ну-ка, вообще не разрушают, стоп. Только не говорите, что вот такие вот закрытые мне все равно придется разрушать старым добрым способом. С помощью лука и стрел. Ладно, я человек-то не гордый, в принципе, мне не жалко. Я же могу падать еще с огромной высоты. Я вообще не буду получать никакого урона. И даже от кристаллов ничего не получаю. Ладно, теперь можем вот так вот телепортироваться. Тихо. Ну ладно, я не могу так. Это больно, это слишком больно. Не забираться прям на эти кристаллы. Капец, как сложно. И все, вроде как все кристаллы я уже уничтожил. Или нет, подождите. А, да, все уничтожил. На меня еще и эти эндермены нападают. Уйдите. Молодец. Дракоша, я хочу на тебя проверить свой взрывной удар и вообще свой удар голема. Так что давай, лети в мои объятия. Не заставляй меня выстреливать в тебя головами визор скелета. А я не понимаю, я урон ему наношу, но не такой огромный, как хотелось бы. И, кстати, кажется, я его...
А, не, я его не отталкивал. Я его ударить даже. А, во, могу, могу. Давай, дракоша, теряй свои хп. Я в тебя сейчас еще и головами визор скелета буду метать. Попаду? Не, не попал. Дракон, у меня практически стрелы-то закончились. Ладно, тебе придется реально головами метать. Давай, наноси урон, наноси. Ну, хоть какой-то. О, спасибо. Главное все время в него попадать. Главное все время урон наносить. О, точно, я же могу с шифта бить, и еще и взрыв будет создаваться. Нет. Он как-то очень быстро улетел. И всего лишь 4 стрелы. Да ё-моё! И последний выстрел. Я тебе серьезно так мало хп оставил? Задеть головой, задеть головой! А я могу к нему вот так телепортироваться и ударить? Давай, давай, давай. Ладно, не получается. Не, это какой-то очень сложный трюк. Давай. А, было близко. Все, приземляется, приземляется, приземляется. Наконец-то, давай, сноси ему, сноси хп. Давай, давай, давай. Хотя бы одна-то попади, попади, попади. У-у-у! Наконец-то. Как же долго это было, дракон. Давай-ка в следующий раз без такой фигни, хорошо? Хорошо. 70-й уровень, прыгаем. А, там еще был опыт. Всем спасибо за просмотр, пока.